Корейским предпринимателям представили возможности для инвестиций в Югру. На этой неделе Наталья Комарова в составе российской делегации выступила на выездной презентации инвестиционного потенциала регионов России. Со стороны южнокорейского бизнеса в диалоге приняли участие руководители 200 компаний. В своем выступлении глава региона отметила, что в округе есть все условия для системного привлечения инвестиций. Кадры, развитая инфраструктура, набор финансовых и административных стимулов. Все это позволяет реализовать на территории Югры самые капиталоемкие и комплексные проекты. Об инвестиционном потенциале округа подробнее расскажет Милана Поварницына. Производственное помещение, офис, логистический центр и сердце индустриального парка Югра – научно-инновационный центр. Его работу будут курировать академики РАН по 5 направлениям. Пока это все только на бумаге. Но через несколько лет новый промышленный кластер станет реальностью. Индустриальный парк Югра позволит решить весь комплекс задач, который стоит перед производителем. От разработки идеи и подготовки кадров до выхода конечного продукта на мировой рынок. Парк раскинется на территории в 10 гектаров и обеспечит работой 1000 человек. Ожидаемый экономический потенциал – более 2 миллиардов рублей в год. Кроме того, он станет площадкой для инвесторов, в том числе иностранных. У нас уже на сегодняшний день 9 резидентов-промышленников с разнообразных регионов и нашей местной компании. И 2 резидента у нас уже есть в научно-инновационном центре. На следующей неделе приедут коллеги из Китая. Они тоже нашу рассматривают площадку для производства запорной арматуры. Поэтому будем вести переговоры. Частный индустриальный парк – лишь одна из 170 бизнес-идей, которые есть в инвестпортфеле Югры. Сюда входят проекты федерального значения, строительство заводов и комбинатов, прокладка дорог, возведение мостовых переходов, создание полигонов по переработке ТБО и многое другое. К примеру, Югорский лесопромышленный холдинг не только поставляет сырье, которое котируется на мировом рынке в Египте, Китае, а также на ближнем зарубежье, но и реализует проекты, которые представляют интерес для инвесторов. В основном они связаны с модернизацией оборудования, но не только. Мы готовим большой инвестиционный проект, который в 2 раза увеличит у нас производство ДСП в Советском районе до 550 тысяч в год. Югра обладает уникальными возможностями для реализации масштабных инвестиционных проектов. Так, с визитом в Югре побывала делегация Союза торговых палат Швейцарии, России и других стран СНГ. Делегаты представляют разные сферы, от банковского сектора до искусства. Наша цель – открыть двери в ваш регион для наших деловых людей. И возможности сотрудничества самые разнообразные. Конечно, наша встреча будет отправной точкой. Сибирь, ну и ваш, естественно, регион. Вот до этого вчера мы были в Сургуте. Конечно, нас очень интересует. Мы надеемся найти партнеров. Мы надеемся на начало какого-то сотрудничества, конечно, обмена, но и мы также надеемся, что такая же делегация приедет к нам в Швейцарию с ответным визитом. Кроме того, инвестиционный потенциал Югры только уже корейским инвесторам представила губернатор округа. Деловая встреча проходила в Сеуле. Наталья Комарова отметила, что Югра заинтересована в развитии межрегиональных и экономических связей с Республикой Корея. Можно с уверенностью говорить о том, что инвестиционная емкость территории готова к принятию новых масштабных проектов, что поддерживается набором государственных, финансовых, фискальных и административных стимулов. Фундаментом сотрудничества в экономической сфере может стать взаимодействие институтов развития бизнеса Югры и Республики Корея на основе соглашения, которое позволит на каждый инвестпроект создавать соответствующий оптимальный конструктор. Особое внимание в округе уделяют реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. Одна из его форм – концессионное соглашение. Это когда инвестор, к примеру, берет в эксплуатацию муниципальную котельную, модернизирует ее и обслуживает за свой счет. А в качестве прибыли получает коммунальные платежи от населения. Получается такая достаточно сбалансированная модель и для частного инвестора, и для публичной стороны, которая должна обеспечить привлечение инвестиций в сферу ЖКХ, повышение эффективности управления объектами ЖКХ и, что самое главное, это повышение качества товаров и услуг для потребителей, для населения. Опыт Югры по использованию концессионных соглашений в сфере ЖКХ даже отметили на федеральном уровне. Даже сказал, что более интересно, чем другие регионы. Здесь исторически так сложилось, что тарифы достаточно высокие, средние тарифы на услуги ЖКХ. Соответственно, и потенциал возврата инвестиций также больше. Но не нужно забывать, что и условия эксплуатации инфраструктуры жилищно-коммунальной, оно также тяжелее, чем, к примеру, в центральной части России.
Тем не менее, в регионе реализуется 24 концессионных соглашения в отрасли ЖКХ. Особые успехи в этом плане достигли в Когалыме. Для удобства инвесторов в Югре работает инвестиционный портал, где предприниматель, желающий вложить деньги в экономику округа, может подробно познакомиться с предложениями. Милана Поварницына, Леонид Чемляков, Юрий Гурев, телекомпания «Югра», специально для программы «Больше, чем новости». И вот в качестве иллюстрации несколько цифр, которые помогут понять инвестиционные возможности нашего региона. Наш округ занимает первое место по добыче нефти и производству электроэнергии. Второе по объему промышленного производства, добыче газа и поступлению налогов. И третье по объему инвестиций в основной капитал. Ежегодный объем инвестиций составляет более 800 миллиардов рублей. Сегодня в инвестпортфеле Югры 170 инвестиционных проектов емкостью более 480 миллиардов рублей. А доля инвестиций в валовом региональном продукте составляет 25%. С 2018 по 2025 годы в Югре планируют реализовать более 50 крупных инвестиционных проектов. Это горно-промышленные, лесопромышленные комплексы, машиностроение, нефти и газопереработка, производство строительных материалов, а также инвестпроекты по созданию промышленной инфраструктуры. Югра развивает сотрудничество с 26 регионами страны, взаимодействует с 8 международными и межрегиональными организациями.